Let me tell you, baby, I just wanna have a little fun. Oh, you know, my darling, it's a mean old game. One by one, see, we can play this little game. You go high and let me see. All foolish hearts will break free. It's the best secret to keep, to keep. Now you swear you're kicking back me, but you'll never lose your cool. As long as I'm free, do it all again. Привет, друзья! С вами Андрей Шаура, старший вице-президент компании Greenfood Global. Давайте с вами проверим качество связи, как слышно и видно. Если связь отличная, по 10-бальной шкале поставьте оценку, и мы продолжим наше мероприятие. Связь вижу отличная, а как настроение по 100-бальной шкале? У меня настроение супер! Мы с вами на правильном пути, мы нашли с вами золотую жилу, и сегодня... Мне выпала большая честь рассказать вам, кто пришел первый раз, о возможности, которая сегодня пришла в наши дома. И мы эту возможность сегодня вещаем через интернет и также в офисах топливной компании. Я вижу, настроение всех отличное. Браво! Также напишите, кто с какого региона, кто с какой страны. Давайте посмотрим географию нашей команды. Я вижу, присутствует Украина, Белоруссия, Россия, Израиль, Молдавия, Венгрия, Латвия, Эстония, Германия, Грузия, Узбекистан, Таджикистан. Посмотрите, сколько много регионов. Казахстан, Красноярск, Италия, Испания, Германия и многие-многие другие регионы мира. Я сейчас отключаю конференцию. И если у вас возникнут какие-то вопросы, возьмите ручку и ежедневник, мы обязательно после конференции ответим. А во время конференции внимательно изучайте то, чем мы сегодня занимаемся. Отключаю чат, и мы стартуем. Итак, сегодня мне выпала большая честь вас познакомить с международным порталом «Успех вместе». Это портал, который сегодня действительно... проверен временем, и это портал, где находятся сегодня люди разных возрастов, профессий, конфессий, религий, социального уровня. Но всех этих людей объединяет одна цель – это быть примером для общества и улучшать качество жизни свое и тех людей, кто вокруг нас. И посмотрите, сегодня наша команда представлена разными людьми, и мы делаем открытия в разных регионах. И хорошая новость, то что сегодня мы делаем открытие нового бизнеса в интернете и также в разных городах России. 30 апреля мы сделали открытие Красноярского края. 22 апреля мы делаем открытие Москвы и Московской области. И в интернете мы делаем открытие сегодня в 19:30 Москвы и также завтра. И вот что это за бизнес, почему сегодня он настолько актуален и рентабелен? Потому что на сегодняшний день наш международный портал «Успех вместе»
Если вы знаете рейтинг, если вы знаете тренд, 28 ноября мы стартовали в тестовом режиме, и вот 4 месяца идет тренд вверх. Вы видите, что каждый день идет рост. Из 100 миллионов сайтов в России наша команда уже подняла наш сайт на 1100 позиция в России. Из 100 миллионов в начале. Из 1 миллиарда сайтов в мире наша команда уже за 4 месяца вывела наш сайт и наш международный портал на 23 537 позиция. Это в начале первого миллиарда. Представляете, какой рост? Громадный рост идет. И посмотрите, кто эти люди в нашей команде. Это люди разных возрастов, друг на друга они не похожи, но их всех объединяет одна цель. Помочь людям, помочь себе, действительно сегодня развиваться, защищать экологию, помогать людям получать финансы и также получать все эти блага и самому. Сергей Столбов, 24 года стажа на предприятии. Сегодня этот человек уже не работает на заводе. Он получает деньги в нашей команде. Игорь Мишарин в свое время объездил пол СНГ. Всегда был на уважаемых постах, крупный руководитель. Но сегодня он вместе с нами занимается этим видом предпринимательства. Денис Чураков. В свое время его жизнь побросала. Он был и официантом, и директором ресторана. И своя компания в Москве частная. Но сегодня этот человек полностью в нашем виде предпринимательства, в топливной индустрии и в бизнесе интернет. Маргарита Вельс – предприниматель, Дмитрий Сафонов – предприниматель. Но больше всего меня поражают это люди, которые пришли в наш бизнес, не имели каких-то больших постов в этой жизни, руководящих. И они вместе с нами уже преуспевают. Иван Колобов работал в транспортной компании, его доход был всего 20 тысяч рублей. Но сегодня вы видите, сколько он уже получил в виде вознаграждения. Больше всего меня поражают люди, которые работают или работали когда-либо. Вот смотрите, учитель Светлана Немчинова, обычный учитель, еще в сентябре 2012 года она работала в школе. Ее заработная плата $300-400. Она уволилась сегодня со школы, потому что она уже заработала более $9000. Я поздравляю вас, Светлана. Посмотрите далее. Татьяна Почталь, молодая девушка, 23 года, студентка. И через интернет, благодаря нашим технологиям, благодаря вот этому порталу «Успех вместе», уже заработала более $5000. Нина Баженова, пенсионер, человек, который более 30 лет проработал на вредном предприятии, на НХК. Получил пенсию 8000 рублей. Но сегодня она вместе с нами, в нашей команде, несет вот этот флаг. Флаг свободы, флаг ответственности, флаг помощи людям в плане экологии, в плане развития личности, в плане сохранения окружающей среды. И вы видите, что Нина Баженова сегодня заработала более $5000. Команда представлена разными людьми, разных возрастов. Вот фермер Сергей и Нина Титовы. Я не смогу перечислить вам их всех. Здесь есть и инвесторы. Вот Константин Бардин, инвестор. Предприниматель, у него новый BMW 2012 года, но несмотря на это, он пришел в наш бизнес, он понимает, что за этим бизнесом будущее. Будущее за порталом «Успех вместе», за интернет-технологиями и за топливным бизнесом, о котором мы сегодня вам расскажем и поговорим. Здесь есть громадный список, вот вы видите, можете нажимать, посмотреть, но давайте к делу. Сегодня мы вам представим, чем занимается наша команда через интернет. Помимо технологий интернета, наша команда сегодня представляет международный проект. Компания Greenfood Global. Да, это компания с мировым именем. 3,5 года успешного сотрудничества и труда в мире. Эта компания работает в Америке, в Африке, в Чили и так далее. Но сегодня в тестовом режиме мы подготавливаем открытие рынка Евразии. Я вас всех поздравляю, кто сегодня пришел сюда, вы стоите у истоков Евразии. Вы сегодня можете возглавить любую страну, любой регион, любую область, край и получать вместе с нами доходы. То есть компания сейчас в тестовом режиме подготавливает фундамент, открытые склады уже в Москве, в Голландии, в Америке. И за нами будущее, потому что скоро об этой компании узнают так же, как о Samsung,
о Sony. Подождите только немного, пройдет 1-3 года, и все об этой компании уже будут знать. Но мы стоим у истоков, мы будем получать проценты. Чем занимается наша компания? Она топливная и экологическая, заботится об окружающей среде и предлагает каждому из вас, кто сегодня пришел на эту конференцию, заправляться на любой заправке мира в среднем на 25% дешевле. Совершенно верно. Если ты заправляешься сегодня за 30 рублей на Роснефти, будешь заправляться за 25. Вот мой друг в Германии заправлялся за 70 рублей. Сейчас благодаря нашей компании заправляется за 50 рублей. Правильно. Речь идет о том, что каждый из нас сегодня имеет возможность защитить свою технику, продлить срок службы техники и заправляться новым видом топлива на любой заправке мира. EnviroTaps – первый в мире мультивитамин для вашего автомобиля. Этот бренд через 3 года будут знать все, но вы стоите у истоков. И давайте сейчас об этом поговорим. Две возможности. Первое – это защита техники, защита двигателя, сохранение окружающей среды и экономия топлива. А вторая возможность – по вашей рекомендации в интернете или в офисе топливной компании люди узнают об этой компании, они будут заправляться через вашу карточку, а вы будете получать процент пожизненно с каждого литра автолюбителя, дальнобойщика, владельца предприятия. Представляете, 5-10 лет вы будете получать пассивный процент от того, что люди заправляются каждую неделю в разных странах мира. Как вы думаете, это актуально? Это интересно? Совершенно верно, я с вами согласен. Тем более цена на топливо растет, растет стремительно. И средняя цена полтора года назад в Европе была 54 рубля. Первое место занимала Норвегия, 73 рубля литр бензина. Сегодня в Норвегии Евро-5 стоит 85 рублей, а прошло всего полтора года. Посмотрите, это июнь 2011 года. Первые 27 стран Европы имели цену на дизель 50-51 рубль. И это вкануло в историю, потому что сегодня средняя цена в Европе 60 рублей за дизель. Но посмотрите, страны СНГ сейчас на конференции представлены в большом количестве, и в России дизель полтора года назад стоил 24 рубля. Сегодня я житель Байкала, прекрасное место, озеро великое, красивое, могущественное, природа великолепная. Но вы знаете, качество топлива и цена нас поражает. Самый дешевый дизель на государственной заправке стоит 32 рубля 60 копеек. Самый дешевый. Если мы берем с вами арктический дизель в Усть-Илимске, в Бодайбо, то такой дизель стоит 40-50 рублей у нас уже. И получается, средняя цена дизеля уже давно от 35 рублей в Иркутской области. И аналитики говорят, что это только начало, потому что через 2-3 года по законодательству Российской Федерации мы полностью переходим на стандарты Евро-4, Евро-5 и уходим от старого вида топлива. Такие марки, как АИ-92, АИ-95, АИ-98, они навсегда уйдут в историю, потому что мы вступили в ВТО, ВТО диктует свои законы, и помимо этого мы с вами, как вы знаете, на сегодняшний день идет рост повышения в плане акцизов, в плане налогов, и цена росла и будет расти. И посмотрите, что нас ждет. Ждет стремительный рост цен, но помимо этого некачественное топливо достало автолюбителя. Официальная заправка «Лукойл» в 50 метрах десятки машин стали. Почему? Потому что на официальной заправке более 25% контрафакта. И если мы заправляем некачественный бензин, дизель, газ, клапана у нас могут сгореть, двигатель может заклинить, свечи будем с вами менять чаще, топливная система полетит. И чтобы этого не было, вам сегодня надо принять решение. Мы это решение уже приняли, потому что EnviroTaps – первый в мире мультивитамин для вашего автомобиля. Это подарок судьбы. Он не только защищает экологию, он не только защищает ваш двигатель, он еще продляет срок службы техники в 2-3 раза. При продаже автомобиль дороже, и каждый пятый бак в среднем у вас будет бесплатно. И это только начало, потому что в свое время никто не знал о такой марке, как Samsung или Sony. Никто не знал о таких марках, как Сбербанк. Все со временем познается. Но об этом будут говорить, и об этом будут говорить через год-три года.
И на любой заправке мира будут заправляться этим продуктом. А вы сегодня первые, вы стоите у истоков, и вы будете получать процент с каждого литра. Дальнобойщика, соседа. Посмотрите, сколько в мире единиц техник. 1 миллиард только зарегистрировано автомобилей. В мире более 7 миллиардов людей. И более 2 миллиардов единиц техники. Потому что есть бензопилы, мотоблоки, дизельные генераторы, бензиновые генераторы. Сельское хозяйство, трактора, комбайны, бульдозеры, речной, морской флот, промышленные компании, которые добывают золото, транспортные компании, которые занимаются перевозкой пассажиров или грузов. И это только начало. И мы стоим у истоков. Наша команда сегодня делает запуск в Евразии. Наша команда сегодня делает запуск в городах. И в интернете мы делаем запуск каждый день. И 22 апреля мы делаем запуск в Москве и Московской области. И сейчас я задаю вопрос. Тебе, кто пришел первый раз на этот проект, вам, кто первый раз, как вы думаете, эта тема перспективная, она актуальная? Стоит ли мне сейчас продолжать и рассказать вам о том, какие перспективы нас ждут? Стоит ли сегодня этим заниматься, если вы будете получать процент от каждого литра автолюбителя? И этим бизнесом вы можете заниматься и в интернете, и также на земле. Если стоит, поставьте цифру 7. Я тогда пойму, что мы с вами на правильном пути, что мы друг друга понимаем. И сейчас, в течение еще буквально 40-50 минут, я расскажу все, что сегодня приносит результат. У кого нет звука, напишите, чтобы человек-бегунок поднял вверх. Я сейчас напишу «бегунок». То есть речь идет о том, что то, что... чем мы занимаемся, действительно актуально. И давайте сейчас вместе с вами это обсудим. Смотрите на экран. Что такое EnviroTabs? Это первый в мире мультивитамин для вашего автомобиля. Это витамин, который был создан в 1970-х годах под грифом «Секретно» для вооруженных сил Америки. Королевские войска использовали этот продукт, швейцарские войска – и даже СССР использовала подобный продукт, правда, химически. Химическую версию продукта, которая причиняла вред окружающей среде. А мы говорим с вами об органометаллической основе. Это витамин, который не причиняет никакого вреда, а только защищает экологию и наш двигатель. Когда мне первый раз об этом рассказали, лично я в это не поверил. Но сегодня я точно знаю, что этот продукт работает. Работает в разных странах мира. На разных видах топлива – газ, бензин, дизель, Евро-4, Евро-5, обычный бензин – везде работает. И давайте об этом сейчас поговорим. Как это происходит? Происходит это все очень просто. Есть вот такой пакетик. В этом пакетике 28 витаминок. Одной витаминки хватает при первой заправке от 25 литров до 50 литров. Но если вы постоянно пользуетесь витамином, то концентрация его нужна меньше. И одной витаминки будет хватать на 40-50 литров. Вот такой маленькой пачки вам хватает на 1000-1400 литров. Вот такая маленькая упаковка витамин экономит вам в денежном эквиваленте $300-1000. Представляете? Это только на экономии топлива. Но самое главное, я этот продукт ассоциирую как защита двигателя, как защита экологии. Потому что свечи стоят недешево, потому что форсунки стоят недешево, потому что двигатель стоит недешево. Защита двигателя в первую очередь для меня. Но экономия, естественно, пригодится. Что мы делаем? Заезжаем на заправку, берем пистолет, открываем бензобак, берем витаминку, закладываем в пистолет, пистолет вставляем в бензобак. Бензин, дизель, газ подается в сжиженном виде под давлением. Топливо попало в бензобак вместе с витамином. Витамин распался в бензобаке. И потом топливо подается в камеру сгорания. И здесь пошла механика. Оказывается, академик Конохин научно доказал, если вы залили 100 литров топлива в бензобак, то в идеальных условиях в лаборатории максимум сгорит 75 литров. И есть такое выражение в народе. Топливо вылетело образно в трубу. Хотя на самом деле топливо в трубу не вылетает, потому что далее идет механический катализатор и глушитель дожика. Но это топливо уже не задействовано.
И оказывается, в народе реальные результаты, если мы залили 100 литров топлива, 25-40 литров вылетает уже туда, где глушитель дожигает или механический катализатор. И мы теряем свои деньги. Наш автомобиль проезжает за эти деньги меньше путь. И когда вы заправили витамин, витамин попал в камеру сгорания, происходит чистка топливной системы, иммунитет автомобиля становится мощнее, он чувствует себя лучше, потому что он видит, что, вы его уважаете, что вы цените свой автомобиль, что вы ему даете лучшее масло, лучший бензин, лучший витамин. И ваш витамин, ваш автомобиль начинает вас благодарить. Образовывается пленочка каталитическая 0,1 микрона в камере сгорания. И это витамин-катализатор. А катализатор что делает? Ускоряет химические процессы. Топливо полностью сгорает на 95-98% в камере автомобиля. За счет того, что пленка образовалась каталитическая. И ваш автомобиль, когда вы заправили 100 литров, практически все топливо задействовано для того, чтобы ваш автомобиль проезжал длиннее путь. То есть, если вы раньше проезжали 500 километров, то именно по такому же маршруту вы проедете уже 600 километров. Если автомобиль у вас проезжал 600 километров, вы будете проезжать более 700 километров. Мой знакомый дальнобойщик с 1000 литров экономит 250 литров. 7000 рублей с одной ходки. И когда мне первый раз об этом рассказали, я честно вам хочу сказать, я не поверил. Я не рекомендую вам верить мне, потому что я тоже не поверил. Но я нажал вверху кнопку «Заказать продукт». Вот здесь вот есть «Заказать товар», вот вы видите. Оплатил карточкой Visa Classic или MasterCard. Мне курьер Федексом с Америки привез продукт в Ангарск тогда. И я проверил на технике своего предприятия. И оказывается, продукт работает. И работает лучше, чем швейцарские часы. Но я не верил до тех пор, пока не проверил. Сейчас я открываю чат и обращаюсь к автолюбителям и к дальнобойщикам. Кто уже использует продукт EnviroTaps в разных странах мира, пожалуйста, напишите, какой у вас результат. С какого бака, какой у вас автомобиль, мы зачитаем ваши результаты. Открываю чат, а сейчас я вам расскажу именно о моем тестировании. Значит, заказал я продукт, взял свой, один из своих автомобилей. У нас есть своя транспортная компания, поэтому проверить, работает продукт или нет, было несложно. Мы проверили машины 2000 года, 2012 года. И продукт работал на Caldina Ipsum на газу. Экономия 20%. Новый Land Cruiser Prado дизельный 26%. Camry бензиновая 25%. Автомобиль Volkswagen дизельный 25%. То есть продукт действительно работает. И работает лучше, чем швейцарские часы. И вот вы видите, люди начинают делиться своими результатами. А я вам хочу показать свой результат. Почему свой результат? Потому что я совершенно не верю тому, что люди пишут в чате. Я так устроен. Пока сам не проверю, я в это не поверю. Но люди пишут результаты. Вы видите, BMW X5 2004 года. С третьего бака лишних 100 километров. Вот вы видите, люди пишут Магомед Сайпулаев. У моего партнера Toyota RAV 2.4. Расход был 11.5, сейчас 10.2. С первого бака. Евгений Ивкин. Honda Accord. Экономия с первого бака на 92-м бензине с 18 литров ушло на 10. Владимир Белоус. ВАЗ-2106. 84-го года. То есть этот витамин подходит даже для 84-го года. Экономия 20%. Динамика отличная. С трубы просто чистый пар. Михаил Ируков. Nissan Премьера 2002 года. Вы видите, расход получается с 13 литров упал на 10,5. Михаил Кудрясов с первого бака, Peugeot Partnera 1,9, дизель, 26% экономия. Я вам скажу, ну и что? Ну и что? Мало ли что люди написали. А теперь давайте проверим именно тест, именно тестирование.
одна и та же дорога, один и тот же путь, один и тот же автомобиль. И все я заснял на камеру. И поэтому я в этом продукте уверен. Вот такая пачка мне экономит 16 тысяч рублей. И посмотрите, пожалуйста, на экран. Один из моих автомобилей выглядит вот таким образом. Это BMW последней модели 750 Li. С Германии, пробег 40 километров, когда я его купил. Совершенно новый автомобиль, представительского класса, удлиненная модель. 2,5 тонны вешает такой автомобиль. Под капотом 407 лошадиных сил, и автомобиль набирает 100 километров за 5 секунд. Я зашел в интернет, проверил, действительно ли у этого автомобиля большой расход. И оказывается, если смотреть не на заводской расход, а на расход именно реальный, то у людей на этом автомобиле расход оказался от 18 литров до 30 литров на 100 километров. С прогревами, смотря какой стиль. Но я взял автомобиль и проверил лично. Вот так это было. Привет, друзья! С вами Андрей Шаура. И меня попросили провести эксперимент. Провести эксперимент с продуктом EnviroTap. Я не буду показывать весь ролик. Я просто покажу вам часть. Три бака я заправлял 95-м и 98-м бензином. Автомобиль совершенно новый. Вот на данный момент он проехал 870 километров. 18 литров расход без прогревов с горячего бокса. 18 литров, маленькая скорость, автомобиль новый, обкатка. По трассе и по городу я ездил от 30 километров до максимум до 100. Плюс автомобиль, когда стоит, скорость становится меньше. Далее, что я сделал? Заправил топливо обычное, и с прогревами автомобиль показал 23,6. То есть с прогревами, интенсивные прогревы, машина стояла трое суток под открытым небом на Байкале, 23,6. И что я сделал? Я узнал, сколько средний расход этого автомобиля, 20,8. Далее я сделал что? Заехал на заправку, открыл пакетик и заправил витамин. Три капсулы я вот достал. Маленькие такие, красавицы. Угу. Берем пистолет. Прямо туда. Смотрите. Одна. Вторая. Третья. И вставляем. Вот посмотрите сразу же. Вставляем бензобак. Вставил. И жму, сразу залип. Вот мы заправили витамин. И далее что сделали? Обнулили компьютер. И поехали далее. Кстати, мы еще протестировали BMW X5. Это тоже новый автомобиль 2012 года. У этого автомобиля расход по городу, максимальный рекорд 6,5. Сейчас на этом автомобиле расход 7,2 в среднем. 7,2 в среднем у этого автомобиля расход. Это турбодизель BMW X5 трехлитровый. Расход 7,2 в среднем. Представляете? Ну, давайте проверим мой тест. И вот мы видим 1213 километров, обнулили компьютер, поехали далее, приехали на заправку. И что мы видим? Вот проехал автомобиль определенный путь, 74 километра еще запас хода. И расход 14 литров с прогревами. 14 литров с прогревами, представляете? Температура минус 30, минус 36. Заправляем второй бак с витамином. Едем далее. И второй бак показал 15 литров. Второй бак показал 15 литров. Заправили третий бак. И третий бак показал расход, сейчас вы увидите. Вот так вот мы ездим с катализатором EnviroTap на автомобиле 407 лошадиных сил. Средняя скорость 83 км. По трассе езжу 150, 170, 140. Ну что, едем дальше, посмотрим, что будет. С вами Андрей Шаура. Вот в таких условиях мы ездим по городу, пробки, расход 12 литров. И что я хочу сказать? Что в данном случае я по трассе уже стал ездить 120-170 километров, потому что проехал уже более 2000 километров, автомобиль прошел определенную обкатку, и расход 12 литров,
Это средний цикл, без прогревов. Смотрите далее. Сейчас. Средний. 50% трасса, 50% город. Без прогревов. Вы видите, дорога скользкая, пасмурно, 20 км скорость и расход 12 литров. 20 минут мы постояли в пробке. И я хочу сделать заключение. Какое заключение? Продукт работает. И работает 100%. А теперь вопрос, сколько стоит такая упаковка? И надо ли сегодня задуматься о том, чтобы приобретать этот продукт прямо сейчас? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Сейчас я вам покажу один ролик, и вы будете шокированы, что будет в ближайший год-два в России. Смотрим на экран. Если раньше 1500 рублей это был полный бак, то теперь 1500 рублей это, собственно, 1/3. Вот, и куда цены растут, я не очень понимаю. Почему топливо в России все дороже и дороже? Как живется владельцам автомобилей в других государствах, отсталых и передовых? Ведет ли рост стоимости к повышению качества? Или россияне по-прежнему будут заливать в бензобаки бодягу всех сортов? Качество топлива у нас абсолютно безобразное. Главный парадокс заключается в том, что мощная нефтяная держава Россия сегодня празднует очередное повышение цен на сырую нефть. Наше государство получает большие доходы. Так почему же граждане этого государства должны платить за топливо гораздо больше, чем раньше? При том колоссальном объеме нефти, который добывает Российская Федерация, у нас никогда не должно никаких проблем быть с горючими смазочными материалами. Нигде. Когда в стране были выборы, цены на продолжительное время искусственно сдерживались, поэтому накопился некий эффект, который вылился в рост цен в начале этого года. В 2013 году цена на топливо для наших машин повысится минимум на 17%, а пессимисты предсказывают на 20%. До конца этого года бензин марки АИ-92 будет стоить от 35 до 37 рублей, марки АИ-95 от 37,5 до 42 рублей, а дизельное топливо от 35 до 40 рублей за... И вот запомните эту цену. Потому что вы здесь видите, что цена только в 2013 году будет дороже. И теперь я хочу задать вам вопрос. Стоит ли сейчас уже начать экономить и защищать свою технику и развивать этот бизнес? Если стоит, поставьте цифру 7. Я расскажу, сколько стоит этот продукт и как правильно сегодня через интернет можно развивать этот бизнес и получать доходы. Вы сегодня понимаете, все совпало таким образом, звезды совпали таким образом, что мы с вами первые. Цена на топливо растет, растет стремительно. У нас с вами бренд, которому нет аналогов в мире. Продукт запатентован. Ни одна другая фирма в мире не имеет права использовать эту технологию. И мы с вами на десятки лет вперед можем обеспечить свою семью, своих родственников благодаря этой возможности. Итак, стоит такая упаковка на сегодняшний день для клиента в России 1300 рублей, в Европе для клиента стоит 40 евро, и такая же упаковка стоит в странах СНГ 40 долларов. Что я хочу вам сказать? Приобрели за 40 долларов, а назад вернули 300-1000 долларов. То есть вот такая упаковка для клиента стоит от 40 долларов и возвращает 300-1000 долларов. Выгодно ли это? Стоит ли покупать такой продукт? Если да, поставьте цифру 5. Понимаете, о чем речь идет? Что экономия у вас составит колоссальную сумму. И я посчитал, на моем автомобиле экономия в год в среднем 100 тысяч рублей по новой цене. 100 тысяч рублей. Но также я хочу сказать, что для меня важнее не экономия, а защита
этого прекрасного автомобиля, его двигателя и так далее. Теперь далее. Я сейчас обращаюсь к новым людям. Хотите ли вы вместе с нами начать получать доходы в этом виде предпринимательства? У нас есть точная схема, как получать доходы. То есть любой из вас, кто сегодня сюда пришел, любого возраста, любого образования, с любыми деньгами, вы можете вместе начать зарабатывать вот такие суммы. Естественно, вопрос времени. Мы вам поможем, мы покажем этот путь, мы будем обучать вас. Ваша задача – это только иметь свое желание и идти вперед вместе с нами. И что вам надо на сегодняшний день? Принять решение, готовы или нет. И что надо знать, чтобы получать доходы? Если вы готовы, поставьте цифру 7. И в первый месяц вы получите от 1000 долларов. При условии, если повторите все, что мы вам скажем. Посмотрите на экран, что надо знать, чтобы вам заработать такие доходы. Я вижу много адекватных, дальновидных людей. Я вас поздравляю. И смотрите на экран. Если вы хотите получать хорошие деньги, вам надо знать, что продукт подходит для любой техники, бензин, дизель, газ, на любой заправке мира. Люди могут заправляться в 150 регионах мира. Мы одним решением EnviroTaps помогаем людям решить три проблемы. Цена на топливо будет дешевле, качество топлива по классу сгорания будет лучше, экология будет лучше за счет полного сгорания топлива в камере автомобиля. За счет того, что мы пользуемся сами, рекомендуем нашим друзьям в интернете или на земле, люди будут пользоваться этим продуктом, а вы за товарооборот будете получать деньги. В электронном виде вам компания будет начислять каждую неделю. Наша компания начисляет деньги. Не надо ждать месяц. И я хочу показать вам доходы наших партнеров. Вот мой друг и партнер заработал 2235 долларов за первых 3 дня. Это хороший доход. Но я вам не обещаю, что вы будете зарабатывать столько же сразу. Через полгода-год, да, это профессионал. Или посмотрите, вот доход. 8000 долларов за 4 дня. За что в данном случае получил партнер? 3000 долларов за подключение людей в разных странах мира. 2000 долларов за командный товарооборот. За то, что люди заправляются в разных странах мира. 400 долларов это за то, что он помог людям заработать деньги в нашем виде бизнеса. И за то, что он помог заработать, компания поощрила этого человека. И также вы видите кодированный бонус. Что это такое? Если ты правильно стартовал, если ты правильно создал фундамент, подключил правильно людей, их система наша обучает, а ты получаешь пожизненно в будущем кодированный бонус за любого приглашенного во второй или в миллионной линии при правильной конфигурации. И вы видите, что за 4 дня кодированный бонус – это на покупку автомобиля, недвижимости, на погашение ипотеки. В данном случае было начислено человеку. Потом мы выводим эти деньги вот на такую банковскую карту. Visa Classic или MasterCard любого банка. Это может быть ВТБ, это может быть Сбербанк, это может быть франчайзинг-банк, швейцарский банк. И в любом банкомате мира каждую неделю вы снимаете деньги на свою банковскую карту. Очень удобно. Конечно, такие деньги в первую неделю я вам не обещаю. Но через полгода, год, да, вы будете получать такие доходы. И я вам хочу сказать, что наши партнеры уже получают такие доходы. Сейчас я попрошу людей, кто уже занимается вместе с нами. И если я говорю правду, если я совершенно не обманываю людей, напишите вашу профессию до, вашу профессию сейчас и ваш максимальный доход благодаря порталу «Успех вместе» через интернет за час, за неделю, за месяц, за 5 месяцев. Свободное время, конечно, от работы, учебы, классического вашего бизнеса. Сейчас люди будут писать результаты по доходам, а я вам расскажу далее, что еще помогает нам, чтобы получить хорошие доходы. Посмотрите внимательно на экран. Вы должны знать, что автолюбитель экономит год от 10 тысяч рублей до 200. Дальнобойщик экономит в месяц от 500 долларов до 5000 долларов.
А сельское хозяйство с нами сотрудничает, промышленные компании, транспортные компании. Вы все это должны знать. Но самое важное, что у нас есть, это поддержка наших бизнес-тренеров, руководителей. Билл Хайман – это легенда мультилевел маркетинга, это легенда бизнеса. Этот человек живет в Америке, успешный предприниматель и миллионер. Он основатель нашей компании Greenfoot Global. Он обучает нас, как правильно делать этот бизнес. Пол Харрисон, наш наставник с Англии. У него есть дом в Англии, в Испании. Это человек, который более 15 лет в индустрии. Он знает, как сегодня быть успешным. Мы у него обучаемся. И самое ценное, что у нас есть, это робот, который работает 24 часа в сутки. Где выступает Билл Хайман, где выступает Пол Харрисон, где выступает Сергей Столбов, Андрей Шаура и другие бизнес-спикеры. И давайте с вами сейчас посмотрим, действительно ли люди в нашей структуре сегодня получают доходы. Итак, я вижу бывший продавец-консультант Сергей Потехин за сегодня заработал $200. Вот это да, хороший доход. Я вас поздравляю, Сергей. Дмитрий Сафонов, предприниматель, заработал на сегодняшний день почти $11,000. Супер. Денис Чураков, предприниматель, сотрудничаю с компанией около 4 месяцев. Доход в неделю 1000-2000 долларов. Представляете, пассивный доход от 1000 долларов в неделю. Уже заработал $15,000. Салават Ханов, только вчера студент, заработал $150. Отличный результат. Михаил Кудрявцев, занимаясь ремонтами и перевозками, в свободное время заработал $1000. Хороший результат. Каждый месяц 50 долларов экономлю на топливе. Идем далее. Джемал Макарадзе заработал хорошие деньги. Поздравляю вас. Далее. Геннадий Москаев. $1040 за эту неделю без продаж. Плюс поездка в компанию от Билл Хаймана в подарок. Пятизвездочный отель. Поздравляю, Геннадий. Евгений Ивкин, предприниматель. Максимальный результат за час $450. За сегодня заработал $200. Браво! Ирина Куприянова, социальный работник. Заработная плата 9000. Сегодня заработала $150. Поздравляю вас, Ирина. За все время более $1000. Сергей Столбов, предприниматель. Доход в неделю 1000-2000 долларов. Отличный результат. Люди, которые задают вопросы во время конференции, ни на один ваш вопрос я не отвечу. Потому что приготовьте ручку, ежедневник, запишите все вопросы. После презентации я вам отвечу на ваш вопрос. Итак, вы видите, что люди действительно получают колоссальные доходы, они успешны. Это люди друг на друга, которые не похожи, разных возрастов, профессий. И вы видите, что люди еще пишут. Потому что доходов в нашей команде достаточно. Сергей Долинский, $1710. Максимум $200 за полчаса. За 3 дня $400. В общей сложности потратил на это 3 часа. Браво! Магомед Сайпулаев, $3500. И это только начало. Я хочу вам сказать, что вы стоите сейчас у истоков открытия нового бизнеса. И ваши доходы вырастут в 10 раз больше. Ваши доходы будут через год. 22 апреля делаем запуск Москвы и Московской области. Также в 14.00 и в 19.30 каждый день Москвы делаем запуск в интернете. Занимайте лучшие позиции. Связывайтесь с вашим менеджером и начните получать доходы вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы написали результаты. А теперь смотрите, что надо знать далее. Мы заботимся об экологии. Мы заботимся о своей семье, мы помогаем людям решать вопросы разные с топливом, и за это мы получаем большое благо. Такую упаковку клиент может купить от $40 и выше, смотря где он живет. Человек, который сегодня принят решение и захочет вместе с нами начать франчайзинг, начать бизнес, то цена нашего бизнеса на год $50. То есть бизнес под ключ – в интернете, на автомате, стоит сегодня $50. 365 дней в году, 24 часа в сутки. У вас будет собственный офис на английском, испанском, русском языке.
вы будете покупать любой продукт в два раза дешевле, и у вас появляется еще несколько уникальных возможностей. Все люди, кто придет к вам через живой робот «Успех вместе», через вот эту систему, и нажмет кнопку вот здесь «Заказать товар», это ваш покупатель. Если люди купят товар, то им курьер продукт доставит домой до двери, а вам начислят на банковскую карту с продаж 20%. Это интернет-бизнес. Но вы можете для себя купить одну упаковку, 10 упаковок, 50 упаковок за $20 каждую, а реализовать за $40. Это называется классический бизнес. И вы при продаже 10 пачек одному дальнобойщику, надо в среднем 10 пачек в месяц, заработаете $200. 100 пачек реализовали, заработали $2000. Это классический бизнес. 1000 пачек реализовали, заработали $20000. Это бизнес интернет и классический бизнес. А сейчас я хочу с вами поговорить о бизнесе сеть заправок Greenfood Global. Сейчас каждый из вас может возглавить ваш регион, вашу страну, ваш край, вашу область, вашу девятиэтажку, пятиэтажку, ваш поселок. Сейчас я расскажу, как правильно развивать дилерскую сеть. Вы можете получать деньги еще от сети, от построения сети, находясь дома. Мой бизнес находится в одном телефоне. То есть я вижу, сколько человек на презентации, я вижу, какие люди делают покупки. Мы вас научим, как это делать на ноутбуке, на компьютере, на телефоне. То есть бизнес без границ. И если вы сегодня готовы начать вместе с нами этот бизнес, но, возможно, вы еще сомневаетесь или что-то вам непонятно, это совершенно верно. Тогда вам надо нажать вот здесь справа вверху, кнопка «Менеджер» есть. Или вот здесь на главной странице есть кнопка «Менеджер». Вот эта кнопочка «Менеджер», жмете на нее, у вас появляются телефон, скайп, электронная почта, YouTube, социальные сети, Одноклассники, Facebook, ВКонтакт. То есть вы получаете полностью данные вашего менеджера. Менеджер заинтересован в вашем успехе. Если менеджер научит вас получать доходы, например, $10000, то менеджер будет получать от компании дополнительно $2000. Поэтому срочно жмите вот здесь кнопку «Связаться с менеджером», пишите тему «Бизнес», пишите, что хотите начать этот бизнес, пишите ваш скайп, например, там Федор, и отправляйте вашему менеджеру, связывайтесь. Не ждите, когда менеджер выйдет на вас, потому что кто первый встал, того и тапочки, кто первый занял позицию, того и тапочки. Связались с менеджером, он вам все объяснил, но помимо этого нажали кнопку вот здесь «Начать бизнес», нажимаете кнопку «Начать бизнес», заполняете все данные, вот здесь выбираете русский язык, русским языком заполнять не надо, русский язык не используйте, жмете «Регистрация», вот здесь у вас справа есть логин вашего менеджера, и заполняете все латинскими буквами по-русски, русский язык не нужен. Заполнили. И потом оплачиваете Kiwi, Visa Classic и выше, MasterCard. Не подходит Visa Electron и не подходит карточка Maestro. Вот здесь придумываете название вашей топливной компании по франчайзингу. Пишите имя, фамилия, адрес доставки, телефон. И оплачиваете. И у вас активируется офис топливной компании, только ваш. Мне 31 год. 6.5 месяцев назад я сделал то же самое, что и вы сделаете. Сегодня в моей организации и в нашей команде в Евразии более 13300 дилерских центров. 13367 дилерских центров. Более чем в 30 странах мира. И все это благодаря вот такому порталу «Успех вместе». И благодаря нашим наставникам Сергей Столбов, Андрей Шаура, Билл Хайман, Пол Харрисон. Это люди, кто нас тренирует и дает нам тренинги на этом портале. Благодаря им идет такой рост. Благодаря им идет тренд, идет вверх. Если тренд идет вверх, значит деньги ваши растут, значит бизнес ваш растет. И вы можете занять так же. И через определенное время мы вас научим развивать бизнес. И у вас будут хорошие, колоссальные доходы. И сейчас я открываю чат и задаю такой вопрос.
Кто уже готов стартовать, но вам еще непонятно, нажмите цифру 7 и обратитесь к вашему менеджеру. То есть мы будем понимать, что вы на правильном пути, что вы понимаете, о чем мы говорим. Да, есть сомнения, да, что-то непонятно, но всему можно научиться. И менеджер вас, ваш менеджер, вот здесь нажмете кнопку на главной странице, научит вас это делать. И вот вы видите, люди говорят, что они готовы, я вас поздравляю. И далее смотрите, что получается. Вы будете получать хорошие суммы. Эти суммы впечатляют меня. Я не буду говорить вам про свои деньги. Партнеры уже рассказали, сколько мы получаем. Я могу так сказать. Мой рекорд за час $610 путешествия по островам в Таиланде. Я считаю, это хорошие деньги через интернет. $610 в час. Максимальный мой рекорд. И это только начало. И я желаю, чтобы ваши доходы были больше, чем у меня. Значит, вы связались с менеджером, нажали кнопку «Начать бизнес». Далее что вы сделали? Заходите в систему «Успех вместе», жмете вот здесь «Оплата офиса». Вот этот робот у вас сейчас бесплатный. Робот вам дан бесплатно. Вы можете посещать все презентации, все тренинги и не платить за это. Но если вы хотите иметь свою страницу захвата ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, то вам надо вот здесь всего лишь-то, это я считаю даром, безвозмездно, оплатить на месяц $10 или на год $6,6, всего $6,6. Я знаю, что сегодня в кино сходить стоит вдвоем и купить попкорн и кока-колу стоит дороже. А здесь бизнес 24 часа в сутки на автомате. Вот этот портал «Успех вместе» развивает ваш бизнес после оплаты, после создания реферальных ссылок на автомате. Оплатить нажали, выбрали СМС, карточка. Здесь, кстати, Visa Electron подходит для оплаты. Оплатили, и у вас активируется весь ваш номер. У вас появляются вот эти кнопочки, они все активны. Заходите в мой профиль, заполняете ваши данные, имя, фамилию. Вот здесь ставите франчайзинг за $50, когда вы подключились к бизнесу. Вот здесь ставите офис топливной компании. А вот здесь придумываете название вашего робота. Что такое робот? Это реферальная страница, это страница захвата, это воронка, это система 2.0, это система 5.0. То есть это система, которая работает на автомате и регистрирует людей в любой ваш бизнес. Этот портал позволяет регистрировать людей автоматически. То есть люди нажимают кнопку «Купить продукт», «Заказать товар», «Начать бизнес», и они автоматически регистрируются под вас. И вот вы активировали все, нажали «Сохранить», у вас все активировалось, и вот здесь у вас появились ссылочки. И вот эти ссылочки – это и есть ваш робот. Вот здесь выбираете «Кино», вы можете выбрать сначала маленькое кино. Здесь есть более 10 видов фильмов. Выбираете любой фильм и жмете «Сохранить». Я выбрал «Команда», захожу в ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Кто-то тут ставит мне, каких-то девчонок добавляет. И вот смотрите, вот ВКонтакте у меня стоит что? Статус. Открытие нового бизнеса в интернете. Количество мест ограничено. И ссылочка. Мои друзья, Facebook, Skype, Одноклассники, электронная почта жмут вот эту ссылочку. Это и есть ваш робот. Это и есть реферальная страница, страница захвата. И у них появляется кино. И они смотрят кино маленькое. С вами Андрей Шаула, старший вице-президент компании Greenfield Global. Я сегодня вас хочу познакомить с нашей командой успешных предпринимателей. Это люди разных возрастов, профессий, религий, конфессий. Но мы сегодня вместе являемся примером для общества. И мы помогаем людям не только получать доходы, но и развиваться как личности. Я вас хочу познакомить с нашей командой. Удивительные люди. Офицер запасов. Меня зовут Андрей Слабишев. $200. Отличный результат, $200 за два дня. Пожалуйста. Меня зовут Светлана Мучинова. Я бывший педагог, доход составил на сегодняшний день $2000 максимально в неделю $650. Отличный результат. А когда вы были преподавателем, сколько вы получали в месяц? $9600. То есть вы получали примерно $300-400 в месяц, а сейчас вы уже получили более $9000, да? Отличный результат. Пожалуйста. Меня зовут Михаил Юрков, мой доход составляет сейчас
я не буду показывать весь ролик. И таких фильмов вы можете вот здесь выбрать у себя более 10. По экологии, по экономии, по проекту «Успех вместе», по нашей команде. Столбов Сергей, Андрей Шаура, выбирайте любой ролик и работайте. Начинайте трудиться. И все. Ваши друзья нажимают, в это время вы спите, робот работает на автомате, они жмут вот здесь, зарегистрироваться, заполняют данные, а вы в это время спите, выбирают билет, билет бесплатный на любой день, пишут, например, имя Николай Петров, город сказка, e-mail, допустим, такой, телефон, скайп и код с картинки. Вы все в свое время прошли через это. Все, кто находится на этом портале, сделали так же. Вы понимаете, как работает робот. И что происходит? Вот здесь у вас робот показывает, сколько человек у вас просмотрело маленькое кино. Сегодня 65 человек просмотрело маленькое кино. И приглашенных, сколько человек зарегистрировалось. И вот вы видите, Константин, Светлана, Дмитрий, это люди, которые зарегистрировались 1 числа. Я их лично не знаю, они с разных стран мира, они зарегистрировались. И Константин, и Дмитрий сейчас в прямом эфире смотрят эту трансляцию. Они посетили конференцию, заказали товар и нажали кнопку «Начать бизнес». Значит, им интересен этот бизнес. И я говорю Константину и Дмитрию, меня зовут Андрей Шаура, я являюсь в статусе старшего вице-президента компании Greenfood Global, являюсь вашим менеджером. Напишите мне в Skype или в Одноклассники, или в Facebook, я вам помогу. В этом виде предпринимательства, если вам действительно интересно, получать от 1000 долларов первый месяц, через полгода получать 5-10 тысяч долларов, через год от 10 тысяч долларов и выше. То есть робот показывает, что купил, кто купил, какой уровень. То есть все вы видите, отслеживается. И это называется бизнес в интернете под ключ на автомате. И последний человек, который был зарегистрирован, это Константин. И вот ваш друг зашел, посмотрел маленькое кино, нажал «Забронировать». Его система поздравила. Мне только что сразу же на телефон пришла смс-ка, что у меня новый зарегистрированный человек. И я захожу и смотрю. И оказывается, зарегистрировался только что Петров Николай, город сказка. И вы это видели, что было в живом эфире. Но в это время я выступал, а человек зарегистрировался. То есть бизнес растет даже тогда, когда вы спите. Бизнес растет без вас, даже когда вы путешествуете, когда ходите в спортзал. Люди потом заходят вот сюда, жмут кнопку «Начать бизнес», заказать товар, связаться с менеджером, и ваш бизнес постепенно растет. Вот так работает наш робот, вот так работает наша система. И я сейчас обращаюсь к новым людям, а новых людей, вот они все внизу, посмотрите, сколько новых людей сегодня на презентации. Вы посмотрите, сколько много новых людей. Это просто фантастический рост. Я обращаюсь к вам. Да, это мой логин, я ваш менеджер. Я обращаюсь к вам, кто первый раз пришел. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, если я вам рассказал и вам понравилось, и вы готовы начать этот бизнес вместе с нами, поставьте цифру 8. Мы вам поможем зарабатывать в этом виде предпринимательства. То есть, правильно ли мы до вас донесли информацию? Нравится ли вам робот? Как вам робот вообще? Напишите словами, что вы чувствуете. Вы чувствуете, какой рост? Вы чувствуете, какой робот? Какой механизм? 24 часа в сутки он работает, а вы спите. 24 часа в сутки он пашет, а деньги вы получаете. Главное, создайте его. Заполните свою анкету в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. И пусть он трудится за вас. А ваша задача направлять людей на тренинги, направлять людей на презентации. И пусть бизнес растет, а вы получаете дивиденды. Это бизнес 21 века, это бизнес под ключ, это бизнес, который работает на автомате. Благодарю вас, я вижу, сколько новых людей готово уже подключиться. И теперь смотрите, в заключение мне осталось сказать буквально несколько слов. Вы можете в любой момент для себя купить не одну пачку, а любой пакет со скидкой. У нас есть три вида пакета. Есть 10 пачек, есть 20 пачек, есть 30 пачек. Они дают вам дополнительные бонусы и скидку. Доставка любого пакета стоит 25 долларов в среднем. И я посчитал, зачем я буду брать за 200 400 и за 600, это будет 1200 долларов. Я сразу заказал
за 600 и сэкономил $600. Мне пришло вот таких 30 упаковок. Я их реализовал за 1-5 дней. Вы можете от 1 до 30 дней. То есть за 20 тысяч я купил 30 упаковок, реализовал за 40 тысяч и 20 тысяч с продаж я заработал. Плюс у меня появилось 30 клиентов. Они рассказали другим людям. Но компания мне начислила за любого нового человека с таким же пакетом $150 пожизненно. Потому что я зашел по-взрослому в этот бизнес. И вот так у вас выглядит воронка. Вы желтенький, вас пригласил наставник. Ваши 30 клиентов попробовали продукт. И они вот, бирюзовый цвет, трое человек купили лидер-пак. И вам за каждого по $150. $600 продаж, $450 за подключение. Все эти люди купили продукт. Ваши наставники вам поставили в одну команду. То есть я и мои друзья будут вам ставить друзей, которых вы никогда не знали. Потому что у нас команда, одна команда вправо, одна влево. И баллы накопились, вниз стекли, а у вас воронка активная. Если вы взяли пакет, значит все баллы у вас накапливаются. И вам потом каждый месяц надо всего брать 3 упаковки, и все баллы будут активными. И вы будете получать за $900 $50. За 900 баллов $50. В геометрической прогрессии через полгода, 3 года вы делаете одно и то же. Робот делает одно и то же каждый день. Он не спит, он не ест, он трудится. Вы его заправляете, $6,6 за год платите в месяц, и он трудится за вас. Люди ходят на тренинги, обучаются, слушают миллионеров. У них появляется база, архив. Они участвуют в рейтинге. Есть соревнования. Начинается соревнование, бизнес растет. И через полгода, 3 года за 270 тысяч баллов ты получишь $15,000. И в нашей компании в ближайших 2 года будет много разных продуктов. Уход за домом, уход за телом, уход за автомобилем. И многие-многие другие виды продукта. Про эти деньги вы узнаете в среду в 19:00 на обучении. И в субботу в 12:00 Москвы на обучение. Это очень хорошие суммы, о них я промолчу. И также наша компания дает бесплатные поездки за границу. Англия, Испания, Дубай, Гавайи. И я поздравляю Сергея Столбова, я поздравляю Геннадия Москаева, Андрея Шаура и других людей, кто сейчас находится на портале. Вам дали 5-звездочный отель в Дубае бесплатно. Наша компания делает это все красиво. Нам дают в подарок айпады, разные телефоны. Но самое ценное, что у нас есть в компании, это кодированный бонус, который через год-три года многих людей сделает миллионерами. Кодированный бонус выплачивается до любой глубины, без ограничений. За каждый лидер-пак от $15 до $60. Поэтому богатые люди строят сети, а бедные наблюдают, как богатые люди строят Евросеть, Мегафон, Сбербанк, Роснефть, Greenfood Global, EnviroTabs. И благодаря вот этому кодированному бонусу в нашей команде люди уже покупают автомобили. И я поздравляю Сергея Столбова, который купил BMW X5 всего 3 месяца, создав определенный товарооборот. И он купил BMW X5 2012 года в лизинг благодаря кодированному бонусу от Greenfood Global. Вы видите логотип EnviroTabs. Но это еще не все. На кодированный бонус можно купить недвижимость в разных странах мира. И наши партнеры уже присматривают Таиланд, присматривают Краснодар, Сочи и, помимо этого, другие регионы мира. И что я хочу вам сказать, что мы на правильном пути. Пройдет всего лишь год, 3 года, и о Greenfood Global будут так же говорить, как о Samsung, а Greenfood Global будут так же говорить, как о Sony. А ваша задача сегодня – разобраться в этой возможности, правильно стартовать в этом бизнесе, потому что дилерская сеть постоянно растет. Пока я выступал, было 13,367 дилерских центров. Но давайте проверим. Может быть, прямо в прямом эфире робот зарегистрировал уже кого-нибудь? Давайте проверяем. Может быть, действительно количество дилерских центров стало больше? И мы прибавляем. Было 13,367. Пока я выступал, стало... Браво! 13,376 дилерских центров за одно мое выступление в течение 60 минут. Вот так растет наш бизнес. И сейчас все люди, которые готовы стартовать, вы сейчас соревнуетесь. Кто первый зарегистрируется, то у вас есть возможность, что часть людей, которых мы поставим, то эти люди будут уже под вами. И если ты готов начать бизнес,
жми цифру 7, это означает старт. С вами был ваш друг, старший вице-президент компании Greenfoot Global, Андрей Шаура. И мы вместе с вами будем делать успех. Заходите на портал «Успех вместе», жмите «Оплата офиса», заполняйте профиль, придумывайте название вашего робота и делайте деньги вместе с нами, в нашей команде. И я поздравляю всех людей. Вот увидите, сколько новых людей. Я просто шокирован. И все люди приняли решение развивать бизнес. Посмотрите, сколько людей. Людмила, Антон, Сергей, Ахмяр. Это речь идет о том, что сейчас идут соревнования. Кто первый стал того и тапочки, кто первый занял позицию, тот и победитель. Я желаю вам достичь результатов. Мы стартовали с вами и будем делать мир чище, лучше. Удачи всем, друзья! Кому интересно, могу через 2 минуты ответить на ваши вопросы.